Федеральный суд приговорил Волкова Андрея Валерьевича признать виновным. Снайпер! Всем от ока надо идти! Пропустите! Расступитесь! Я большой работник юстиции! Тоже как животные! Отправляйте тело к МФС. Да, Николай Петрович. Во время оглашения заочного приговора застрелен судья Сазонов. Работал снайпер с соседнего здания. Входное в районе лба, выходное отверстие в районе затылка, калибр 7,62. А винтовку с собой унес. Профессионал. Цель убрал с одного выстрела. Лейтенант, чемодан тащи! Слышь ты. Стоять на месте! Вернее, лежать. Руки назад. Респект и уважу. С первой пенсии отдашь мукой. Полный мешок маковой соломки. Я требую адвоката. А маму тебе не позвать? Ушлепок. Николай Петрович, навскидку стреляли или из СВД, или из карабина. В прессе истерика. Ну, конечно, убийство судьи Сазонова. Новость номер один. Так нагло. Застрелить судью прямо в зале суда. Я думаю, что убийство намеренно совершено так, чтобы вызвать общественный резонанс. Давид? Не то слово. Накаркал. Да, товарищ генерал. Сазонов оглашал заочный приговор по делу Волкова. Сам подсудимый сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Что интересно, Волков сам бывший снайпер. Воевал в Чечне. До цели 800 метров. Ни черта не видно, солнце слепит. Закат. Парня принял. Тяпку там от калашника. Ему было 18 лет.
Адвокат Гвоздев Лев Иванович, собственной персоной. Да-с. Я тоже наслышан, Николай Петрович, о вас и об этой вашей уникальной фэс. Прошу. Спасибо. Вы защищаете Волкова? Да. И он, пожалуй, самый странный в моей практике клиент. Волков Андрей Валерьевич? Капитан Власов, ФС. Дело в том, что сегодня во время оглашения приговора по вашему делу был застрелен судья Сазонов. Спортсмен, серебряный призер России по стрельбе. Воевал в Чечне. Снайпер. О его меткости ходили легенды. После войны занялся бизнесом. Поставка продовольствия в армию. О-о-о. Ого. Вы знаете, какие деньги? Баснословные. Волков не поделил бизнес со своим компаньоном Осетровским. Тот его заказал. Элементарно. Дело Волкова сфабриковано. Статья «Мошенничество в особо крупном размере». В итоге Волков оказывается в СИЗО. В камере Волкова должны были убить, но что-то не сложилось. Или Волков оказался крепким орешком. Но кончилось все черепно-мозговой травмой. Кросс 300. Комбат ранен. Подгоните БТР, мать вашу, подгоните БТР! Да тише ты. Давно он не в себе? Неделю бредит, как из тюремной больницы привезли. Понятно. Я добился. И Волкова перевели в больницу с хорошим нейрохирургическим отделением. Хотите конфетку? У меня есть еще. Благодарю. Вы уверены, что дело Волкова сфабриковано? А то. Компаньон решил отжать бизнес. Избавиться от Волкова. Дал денег судье, следователю. Вы знаете, как судью Сазонова за глаза назвали? Ваша жесть. Угу. Но это не первый случай рейдерства в судебной практике Сазонова. Шакал. Превратил суд в собственный доходный бизнес. У этого Сазонова такая самодовольная рожа. Смотришь и понимаешь, что именно так должен выглядеть взяточник и коррупционер. Я бы фотографию Сазонова с пулей во лбу распечатал и детям в школе показывал бы в воспитательных целях. Смотрите, дети, что бывает с теми, кто берет взятки. Кто зарабатывает на жизни людей, на их смерти. Я думаю, немало нашлось бы желающих оплатить услуги снайпера для Сазонова. Камеру. Чё за перец? Вот. Прятал маковую соломку на чердаке на месте Лёшки снайпера. Нам плюсик. Не найдем снайпера, разблазим крупного наркодилера. Говорит, сушил маковую соломку на чердаке исключительно в кулинарных целях. Да, у него на лбу написано, что он любитель пирожков. Ну вот возьми, я тебе на месте Лёшки снайпера тут насобирал, там всякие волосы, грязь, пыль, там банки, окурки. Ну. А соломка? Для кулинарных целей. Вас нанял Волков? Вот это самое интересное. Я не знаю, кто меня нанял. Извините, Лев Иванович, не могу открыть лицо. Да плевать мне на ваше лицо. Я за дело Волкова не возьмусь.
Оно хоть и шито белыми нитками, но у судьи Сазонова все схвачено. И Волков, как ни крути. Сядет. Ваша задача – неоправдательный приговор. Надо, чтобы Волков до суда оставался на свободе. Это возможно? Это потребует значительных расходов. Сколько? Озвучивать гонорар не стану. Совестно как-то травмировать госслужащего такими цифрами. Мы постараемся отследить, откуда деньги поступили на ваш счет. Я думаю, это как-то связано с Чечней. Фронтовое братство или что-то вроде. Почему? Рука, стиль. И здесь не деньги. И еще. Не знаю, как сказать, но мне что-то помешало отключиться от скайпа. Я взял это дело, хотя не в моих правилах работать в темную. Меня словно загипнотизировали. Так что, желаю успеха. В зале суда прямо во время вынесения приговора снайпером застрелен судья. Эксперт ФС выясняет, убитый судья Сазонов был взяточник и коррупционер. По мнению адвоката подсудимого, дело его клиента, бывшего ветерана чеченской компании Волкова, сфабриковано. У Волкова пытались отнять бизнес, а его самого едва не убили в следственном изоляторе. Но в дело вмешался неизвестный. Он нанял адвоката и, по сути, выкупил избитого Волкова из тюремной больницы. Возможно, снайпера нанял этот же неизвестный. Сигаретные окурки, которые ты принес, лажа. Их курили за несколько дней до убийства. Думаю, стрелок набрал их и просто вызвал на Лёшке. А что не лажа? Волос. Он живой. Луковица. Только вот, похоже, он принадлежит не человеку. А кому? Сейчас узнаем. Нифига, не волос. Это шерсть макаки. А ты ничего не попутал, профессор? Нет. А что, помнишь у Эдгара По рассказ «Убийца на улице Морг»? Там горилла убил двух женщин. У нас круче. У нас макака-снайпер. Друзья мои, спешу сообщить вам отличнейшую новость. Пуля, которую убит судья Сазонов, выстрелена из карабина «Тигр». По пуле гильзотеки карабин принадлежит известному блогеру, путешественнику и охотнику Фурманову Петру Геннадьевичу. Между убитым судьей Сазоновым и охотником Фурмановым нет связи. Они нигде не пересекались. А может, ему надоело стрелять по зверушкам? И он решил в блоге описать, как стреляет по двуногим. Давай. Тихо. Ты голодный, да, наверное? Чего, один давно сидишь, да? Тихо-тихо-тихо. Судя по чеку, Фурманов ходил в магазин позавчера. Алло.
Ну, короче говоря, охотник пропал вместе с карабином. Да. Ну, почему же есть один свидетель? Да нет, живее всех живых. Почему труп сразу? Да обезьяна в клетке. Ну? Глянь сюда. Видишь, что? Кровь. Я перезвоню. Николай Петрович, адвокату Гвоздеву звонили со скайпа из интернет-клуба в центре Таллина. Деньги на карточку перевели из эстонского банка, плательщик анонимный. Сейма. Фамилия Мяги. Не догоняет, уродец. Грохнем жену, Мяги поймет. Серьезных людей нужно слушаться. Ферштейн. Не Ферштейн. Че? Моя война еще в Чечне закончилась. Я в женщин и детей не стреляю. Ты куру кем себя возомнила? По делу бывшего военного Волкова. Цель снайпера – следователь Лавров. Это тот самый сыщик, который расследовал дело Волкова. Пуля прошла всего в сантиметре от головы следователя. Камеру убери! Я тебе сказал, камеру убери! Мы вынуждены воздержаться от комментариев. Николай Петрович, снайпер не промахнулся. Выстрелил в игрушку в машине Лаврова. Висел над головой водителя. Кажется, обезьяна. А это предупреждение Лаврову. А что сам Лавров? Не, ну а что сам Лавров? Трясется весь от страха, ничего не видел, никого не подозревает. В Ростове-на-Дону сегодня закончился резонансный процесс. На скамье подсудимых бывший офицер северо-осетинских спецслужб Олег Гагиев. Его обвиняют в организации исполнения убийства мэра Владикавказа Виталия Караева. В ходе расследования этого дела пришлось даже осушить русло реки Терек. Там искали оружие, от которого избавились преступники. К какому сроку приговорили главаря банды профессиональных киллеров, знает Артур Ламидзе. Черт знает что. Чикаго 30-х. Кровь, обнаруженная рядом с клеткой обезьяны, принадлежит женщине. Лаборатория. А, да. Давайте в гараж, я сейчас подойду. Нет, ненадолго, мне нужно осмотреть животное на предмет обнаружения биологических следов преступника. А, вот, высокая, маленькая, может, большая. Как? А, беременная на гитаре. Беременная. Спасибо. Петрович, я тут пробежался по соседям, жильцам. И на первом месте преступления, на втором видели беременную женщину. Брюнетка с красивыми зелеными глазами, с футляром от гитары в руках. Калибр 7,62, шаг нареза 320 миллиметров, угол наклона 4,16.
На месте покушения на следователя Лаврова на крыше дома тот же патрон. Стреляли из того же карабина. И почерк снайпера тот же. Алло, а телефон компаньона Волкова, бизнесмена Сетровского, выключен. Дверь никто не открывает. Да, на связи. Не знаю. Пылесосов я не покупаю. В Бога я не верю, так что давай, уходи. Севапулечка, подъем. Твой большой друг проснулся. Николай Петрович, я связалась с ГИБДД по записям их видеокамер. Нашла сотрудника, который запомнил, как останавливал машину Фурманова. Хозяина карабина, из которого был застрелен судья Сазонов. Ездили на УЗИ. Папаша набрался до бровей от радости, что сын. Спасибо. Слушаем. Везите его к нам. Задержали Фурманова на автобусной остановке за МКАД в сильном опьянении. Я отказываюсь работать в таких условиях. Укусила, зараза. Вообще удивляюсь, как она тебя не съела. Пусть Круглов ветеринаров вызывает. Я навела справки. Фурманов... приличный человек, законопослушный, даже членские взносы в охотничье общество платит регулярно. Норвежский стрелок Андрейс Брейвик тоже был скромным, вежливым парнем. А потом взял винтовку и застрелил 77 человек. Во время оглашения судебного приговора снайпером застрелен судья Сазонов. Адвокат подсудимого считает, что судья взял взятку. Также есть подозрение, что все дело подсудимого Волкова сфабриковано. Неизвестный стрелок встает на защиту героя чеченской кампании. Судя по всему, теперь опасность угрожает остальным участникам коррупционной схемы. Совершается покушение на следователя Лаврова, который вел дело Волкова. Дважды на месте преступления видели одну и ту же беременную женщину. Возможно, что-то прояснит задержанный охотник Фурманов. Это из его карабина совершено убийство и покушение на убийство. Так, ну, у меня все. Хорошо, допустим. Допустим, стрелял не ты. Но как твой карабин оказался в руках убийцы? И что ты делал пьяный ночью на автобусной остановке в деревне Котлы? Я и сам хотел бы это знать. Может, тебе дать похмелиться? Я не пью. Я вообще не пью, поверьте. Да тебя несет, как от пивной бочки. Послушайте, вам нужно искать женщину. Беременную женщину, брюнетку с зелеными глазами. Это она остановила меня возле дома. Нужно срочно в больницу. Схватки. А можно назад? Я впереди с животом, не помещусь. О, хлороформ. Петрович, в крови Фурманова хлороформ. Ну что, с Богом? Поехали.
когтем зверя фрагмент эпителия. Это женщина, кровь которой мы обнаружили возле клетки шимпанзе. Я думаю, снайпер – это та самая беременная женщина. Фурманов понадобился преступнице, чтобы добыть оружие. Она проникла в квартиру и похитила карабин. Один прокол. Она стала играть с этой мартышкой, и та ее поцарапала. Ну почему я? Набираешь в поисковой строке «карабин», «тигр», «Москва». Ваше имя в первой десятке. Поменьше бы пиарился в соцсетях, блогер. А вас же можно узнать решительно все. Вот, об охотничьих трофеях, про отличную винтовку, которую позавидовал бы любой снайпер. Однополчане Волкова говорят, что в Чечне у него был поединок со снайпером. Этот снайпер – женщина по прозвищу Кобра. Серега, снайпер сейчас захерачил. В том доме, разрушенном том доме. А то, что было мозгами. Мозги собрали. В цинк. Из-под патронов. Перед тем, как она меня отключила, меня как накрыло. Увидел в зеркало глаза. Серьезно, вот просто глаза, а меня будто пронзило каким-то животным страхом. Тебе, Лавро? Ты что, ничего не знаешь, да? Газет не читаешь, телевизор не смотришь. На дела завалил, да? Я занят. Чего вопишь-то? Судью Сазонова завалили. Прямо в зале суда во время оглашения приговора. И ведь меня сегодня стреляли прямо посреди бела дня. Работает снайпер. Видимо, кто-то из дружков Волкова. Ну, с теми, с кем он воевал. Слушай, я не хочу умирать. Мне страшно, Семёныч. Ладно, сопли утри. Бывший компаньон Волкова. Тот самый, который, скорее всего, и заказал на него дело. Да. Ну что, убедился, мразь, что я умею стрелять? Да. Теперь ты берешь свою жопу в горсть и бежишь в прокуратуру, рассказываешь, как ты, Сазонов и Осетровский отобрали у Волкова бизнес, как засадили в тюрягу, как хотели замочить в СИЗО. Не сделаешь, тебя не спасут даже твои очаровательные двойняшки.
Чистосердечное признание. Я, Лавров Дмитрий Владимирович, вступив в преступный сговор с предпринимателем Осетровским и судьей Сазоном, завели дело против... Хорошо. Число и подпись. Одно условие. До суда закройте меня в камеру. Не зли меня. Взял ручку, поставил число и подпись. Молодец. Можешь же, если захочешь. Провожу аудиоэкспертизу голоса человека, звонившего следователю Лаврову. Звонок сделан с помощью интернет-сервиса. Теперь ты берешь свою жопу в кость и пишешь прокуратуру. В зале суда во время оглашения приговора застрелен судья-коррупционер Сазонов. Неизвестный снайпер встал на защиту подсудимого ветерана Чеченской войны Волкова. Следующим выстрелом стрелка убит бывший компаньон Волкова Осетровский. Это он заказал Волкова следователю и судье. Следователь Лавров пока жив. Его под страхом смерти заставляют сознаться, что уголовное дело Волкова сфабриковано. Так кто же этот загадочный стрелок? ФС ищет женщину-снайпера. Мне сказали, что ты вчера пришел в себя. Кобра. Я до сих пор жалею, что тогда тебя не достал в Грозном. Я тебя достану. Вытянул второй голос. Как засадили в тюрягу.
как хотели замочить в СИЗО. Пардон, не та дорожка. Сейчас. Да что за черт? Сейчас. Вот. Чихи запалили точку. С граника бьют. Чихи – это чеченцы. Грани – гранатомет. Чеченская тема. Значит, это Волков. Кто так находился рядом с ним? Со следователем Лавровым связывались по программе интернет-звонков. Компьютер звонившего территориально находился в районе больницы, где лежит Волков. Заклинание Кобры произошло немного раньше, чем ты оказался на стороне федералов, а я с боевиками. О чем это ты? Сейчас. Хочу тебя кое с кем познакомить. Знакомься. Вэл, иди посмотри рыбок. Твой сын Валерий Андреевич. Перед Второй Чеченской. Чемпионат по стрельбе. Я в женской сборной Эстонии. Ты в мужской российской. Я когда тебя тогда в Грозном увидел, в прицел СВД, я чуть с ума не сошел. Мне как будто обожгло. Ты не представляешь, что я пережил. Дама! Девушка, которая ухаживает за Волковым, она в больнице не работает. В администрации больницы сказали, что она волонтер из благотворительного общества «Святая Тереза», но общества такого не существует. И еще, в моменты всех эпизодов со стрельбой девушки в больнице не было. Как тебе туда черт занес? Как дуру. Главному тренеру не дала. Потом травма. Короче, из сборной меня выперли, а что я без спорта? Потом мать умерла. Была у меня любовь. Да вся вышла. Потом Хальчицкий нарисовался, не сотрешь. Массажист из нашей сборной по кличке Диспетчер. Он меня и завербовал сначала в Чечню, а потом... Кем себя возомнила? Пойдешь и грохнешь эту бабу. Иначе тебе крышка. У тебя сын. Подумай о нем. Сазонов и твой компаньон Сетровский мертвы. Следователь Лавров, думаю, в штаны надел от страха. Так что восстанавливай свой бизнес. Так это ты их. Ты как себя чувствуешь? Как заштопанный презерватив. Должен чувствовать себя хорошо. Тебе парня поднимать. А ты? За мной придут не сегодня, так завтра. Слушай, покури здесь. Ты забыл?
Я же порядочная эстонская девушка. Петрович, обрати внимание, шрамчик-то свежий. Вообще известно, кто он? По дактилоскопии Альвар Хальчицкий, прозвище «Диспетчер». Несколько лет как разыскивается Интерполом. Организатор ряда заказных убийств в ЕС и странах Балтии. Ну, короче, мы проверили его компьютер. Он и его люди следили за сыном Ильзы. И как только она приехала, чтобы отвезти его к Волку, ее судьба была решена. Понятно. Попритесь на мою правую руку, левая. Левую руку, правая еще болит. Я получил ранение при выполнении особо важного задания Родины. Вы умеете хранить тайны? Ты умеешь хранить тайны? Вчера я ликвидировал одного из них, самого опасного преступника современности. Пуля только кожу содрала.